Как признаться девушке в любви? Для начала надо ее позвать к себе. Потом вот на нее вот так вот посмотреть. Затем взять за руку и сказать, что ты без нее жить не можешь, что каждый день о ней вспоминаешь, даже если она очень далеко, например, живет в Соединенных Штатах Америки, к чему бы... Дальше. И надо признаться в своих чувствах, как бы сказать, чтобы девушка была в положении, ну, смотрите ей в глаза, но чтобы девушка была в положении чуть выше, чем вы, вот, допустим, сгорбившись вот так вот. Вот так вот сгорбившись, вот так вот, и на нее смотреть. А потом ее, если это чувство у вас оказались взаимные, ее ласкать, ее вот так вот, вот так, целовать, про кунилингус не забывать, и... Когда вы на следующее утро, после того, как у вас все случилось, она спросит, а пиццу вы заказывали?